Ексклюзивне інтерв'ю для телекомпанії «Ера» спеціально із Лос-Анджелеса із відомим російським та вже американським актором та продюсером Ігорем Жижикіним. Про те, яка вона насправді – американська мрія та наскільки легко стати своїм у Голлівуді – дізнаємось прямо зараз. Игорь, добрый день. Спасибо тебе огромное за возможность этого интервью. Ты прилетел в Лос-Анджелес буквально на пару дней, 5 дней, верно? Расскажи, пожалуйста, чем ты живешь сейчас? Какие у тебя проекты в России? В России у меня несколько проектов. Мы снимаем по роману Вадима Панова замечательный сериал такой, который называется «Тайный город». В общем, так же, как и роман называется. Это фантастика, параллельные миры, очень интересно. Я, собственно, первый раз в таком именно качестве снимаюсь. О твоих ролях можно говорить очень много и о том, что ты уже сделал на данный момент, но мне интересно услышать о том, что ты считаешь своей самой удачной ролью. Вероятно, это может быть самая популярная роль, да, по которой тебя узнают в «Индиане Джонс». Большинство. Но может быть для тебя это что-то другое? Смотря что мы говорим, что мы подразумеваем под удачной ролью. Если говорить об «Индиане Джонс», то, естественно, она для меня самая удачная в плане удачи, потому что после того, как ты снялся у Спилберга, к тебе чуть-чуть другое отношение, и у тебя какие-то, ну, по крайней мере, в Голливуде 100%, ну, и, естественно, в России, у тебя появляется, ты заходишь на какую-то ступеньку, да, особенно если ты снялся там в одной из главных ролей у такого замечательного режиссера. Но есть какие-то небольшие работы у меня, которые, может быть, не видел такой широкий круг зрителя, но они для меня более, ну, актерски более удачно. Какие-то есть свои у меня там заморочки, ну, мне кажется, что эта работа моя более удачная. Потом я с нетерпением жду выхода замечательной работы, которую мы по Гоголю сняли «Вия». Мы 5 лет его в Праге снимали, и тоже одна такая историческая интересная работа, которую мне хочется посмотреть, что получится, потому что у меня интересная роль очень. Все-таки о тех работах, которые ближе тебе, то, что тебе очень понравилось, то, что тебе было очень интересно, можешь о них рассказать? Во-первых, Тань, я не соглашаюсь на работы, которые мне не интересны и не близки. Ну, то есть я на них соглашался, конечно, на начальном этапе своей творческой карьеры, так как, впрочем, и все актеры, наверное, соглашаются на какие-то вещи, лишь бы сниматься. Ну, дальше ты уже читаешь сценарий, ты выбираешь, сниматься тебе или нет, у тебя есть выбор какой-то. Мне кажется, твоя жизненная история – это очень яркий пример такого длинного, тернистого и нелегкого пути к мечте. Армия, спорт, цирк, кино, телевидение. Как ты думаешь, то, что тебя бросало в такие разные направления, что тебе это дало? Как ты анализируешь и чувствуешь? Что мне это дало? Я не знаю. Ну, мир посмотрел, наверное, всесторонне развит, я имею в виду и в плане и спорта, и в каких-то других вещах попробовал себя. Я весы по гороскопу, может, поэтому меня так все время бросает с стороны в сторону. Ну, потом по молодости я не боялся никогда ничего. Так я в свое время, там, приехав на гастроли с цирком, остался в Америке. Не потому что я эмигрировал, я просто решил остаться, попробовать себя там что-то найти. Также там остался в Лас-Вегасе. И пытался там попасть в какое-то шоу. Просто жил мечтой всегда. Когда ты веришь во что-то, что может произойти, что-то хорошее обязательно. Ты просыпаешься, и ты этого ждешь. И обязательно происходит. Когда человек в депрессии, постоянно он ноет, что все не так, все у него так и не происходит ничего. В интервью «Радио Маяк» ты рассказал, что когда ты приехал в Лас-Вегас и когда ты решил там остаться, ты решил найти свою американскую мечту. Так вот, нашел ли ты ее на сегодняшний день, и какая она для тебя? Интересный вопрос. Нашел ли я ее? Нет, наверное, я ищу мечту постоянно. Если человек нашел уже, то значит он, мне кажется, остановился. Все время ты к чему-то стремишься. Ты должен о чем-то мечтать всегда, о чем-то большем. Я так и делаю. О чем большем на сегодняшний день можешь мечтать ты? Ну, мечтаю о каких-то ролях более интересных. Мечтаю поработать с тем или иным режиссером. Мечтаю спродюсировать какие-то свои проекты, которые хочу сделать. Много о чем мечтаю. У меня куча всего. В этом контексте можно сказать о твоей книге, которая вышла в 2010 году. Расскажи, пожалуйста, откуда появилась идея написать книгу и о чем, собственно говоря, эта книга?
Книга называется «Ищу родину, любовь и работу». Что ты из этого уже нашел? Из этого я нашел и терял, и опять находил. И... Но работу я нашел, по крайней мере. Любимую работу, на которой я остановился, потому что я, ну, и спортсменом был, и тренером, и в цирке работал, и в мюзикле работал. Но вот актинг – это мое. То есть я нашел себя, и мне хочется в этом продолжать. Я пытаюсь продюсирование, мне тоже очень нравится. И у меня вроде как так неплохо пока получается. С родиной я тоже определился, наверное. Конечно, но не то, что наверное. Родина у меня одна, естественно, и не может быть. Просто я это написал к тому, что мне Америка очень понравилась. Просто очень понравилось, когда я здесь жил, и здесь очень много времени провожу. И у меня раздвоение в плане, где находиться сейчас, да, но когда я сейчас уже понял, что я нахожусь там, где есть работа. С любовью сложнее. В чем сложность? В любви. В любви сложность. Как-то не получается. Представляешь? В поиске я нахожусь. Это я для телезрителей. Расскажи, пожалуйста, о том, что тебе понравилось изначально в Америке и почему ты решил остаться тогда в Лас-Вегасе? И как твоя жизнь стала развиваться дальше с того момента? Во-первых, я артист цирка, молодой артист цирка приехал, попал в Лас-Вегас. Ты представляешь, что это такое, да? В 89-м году меня высадили в центре Лас-Вегаса ночью. Всех этих отелей огромных не было, были небольшие маленькие отели такие, но это был настоящий Лас-Вегас. В то время еще пел Фрэнк Синатра. Я рад, что я застал то время, рад, что это все посмотрел. Ну и, в общем, когда я попал в Лас-Вегас в то время, то, ну, ты представляешь, да, молодой парень, и вдруг в одном отеле Мадонна, в другом Майкл Джексон, в третьем Аэросмит, в четвертом там Роллинг Стоунс, все это меняется постоянно, то есть ты в течение там каждую неделю кто-то приезжает, кто-то уезжает. И я понял, что это мировая столица такого шоу-бизнеса, а я, как человек из шоу-бизнеса, я понял, что это место, в котором я бы с удовольствием себе нашел применение. Я начал искать это применение себе, все. Ну, пришлось пройти через какие-то там, да, трудности, чтобы найти себя. Но это меня никак не останавливало, и я не считаю даже это трудностями. Расскажи о том моменте, о том периоде в твоей жизни, когда там в кармане было $24, приходилось ночевать на улице, мыться в чужих бассейнах, вот эту историю. Да, не было у меня ни денег, ни языка не знал. Ходил со словариком, но я мечтал, что я найду свое место под солнцем в этом городе. Жил, мечтал, в день учил по одному слову, ходил, нашел все места там, где можно в Лас-Вегасе бесплатно покушать, благо для туристов там все есть, да, в одном отеле пиццу бесплатно дают, в другом стаканчике с попкорном, и я мог так постоять там 20 раз в очереди в одной, и попкорном наедался, и дальше ходил по Лас-Вегасу, искал, заглядывал за кулисы, заходил куда-то в шоу, вот так вот, пока не попал один раз. Случайно, где шла репетиция на шоу Enter the Night Тед Лоренса, такого продюсера известного. И вот пока меня не начал охранник там выгонять, заметил меня и выгонять начал. И я ему говорю: «Руса туриста, облика морали». Ну, в таком плане, у меня же словарик. Я говорю: «Просто посмотреть». И услышал этот Тед Лоренс, и он говорит: «Стой, что такое?» Подошел ко мне, начал разговаривать. И он говорит: «Слушай, это не этот московский цирк, который вот бросил продюсер там?» Я говорю: «Да». И он как: «Ну, садись, поговорим». И мы начали разговаривать. И: «А что ты умеешь делать? А пойдем на сцену». Он меня вытащил на сцену, позвал девушку. Все солистки там огромного роста, да. Я тоже большого роста, крепкий парень. Он говорит: «А можешь вот ее поднять?» «Конечно могу, я в цирке адажио тоже пробовал. Кроме того, что я воздушный полет работал, я еще адажио, парочку там работал с девочкой». То есть для меня это было все легко и просто. И он, когда увидел, что я так совершенно всем этим, он говорит: «Я тебе...» Он уже все загорелся, он говорит: «Я тебе придумаю, что в шоу делал». И вот так вот повезло как-то. Сложилось, и я работал уже у него в шоу. Потом от него ушел в мюзикл через год, в другой, потом в «Цирк дю Солей», ну и так вот. Какой был тот переходной период из цирка в кино? Как это случилось? Как это случилось? А ты знаешь, как это случилось? Я, работая в мюзикле, я же исполнял роль Самсона. В мюзикле вот как раз история о Самсоне и Делайле. И я в это время снимался в очень большом количестве реклам. Всяких рекламных роликов. И во всем причем. От машин, от каких-то там мерседесов, и заканчивая рекламой там каких-то трусов, витамин каких-то,
куча всего. Потом у меня появился один интересный продюсер, товарищ мой, с которым я и поныне дружу. Вот я снялся у него в первом фильме, будучи еще совершенно необразованным таким человеком в этой сфере. Это была кинокомедия детская. Мне очень понравилось, безумно понравилось. И он мне говорит: знаешь, что я тебе скажу? Если ты действительно хочешь пробовать себя в этом качестве, ты иди учиться, пока ты вот сейчас работаешь. А я в это время уже перешел, работал в цирке Дю Солей. И он говорит: пока ты работаешь в цирке Дю Солей, пойди поучись там что-то еще. И я вот пошел в университет там, стал брать актерские классы у нас в UNLV в Лас-Вегасе. И вот так вот потихонечку, потом, когда закончил уже с цирком Дю Солей, просто перебрался в Лос-Анджелес. Игорь, все твои интервью, они пронизаны такой идеей, вот русские в Голливуде. И все спрашивают, насколько тебе было работать с известными режиссерами, быть в кадре с известными актерами. Мне интересно, каким становишься рядом с ними ты? Чему учишься у них? Блин, ну как? Конечно, ты все время учишься чему-то у людей. Ну как? Я бывало там... Ну, не знаю, на съемках, вот я у Флориана Хенкеля, гениального режиссера просто, который Life of Others получил Оскара, да, «Жизнь чужих», немецкий режиссер Флориан Хенкель. Я у него снимался в фильме «Турист». Я был потрясен тем, как он работает, я был потрясен игрой там, даже когда у меня не были съемочные там, да, моменты. Я просто лежал под камерой, смотрел, как играет Джонни Депп, как Анджелина Джоли. Мне нравится просто, как люди вообще реагируют, как они... У Спилберга я вообще, ну, год я с ним проснимался. Конечно, я пропадал там на съемочной площадке постоянно, смотрел, как он снимает, просто сидел рядом с ним, там, наблюдал. Ты всему учишься. Особенно, когда с великими актерами, с такими ты попадаешь, и ты, конечно, ты думаешь: вау, надо же, как он сделал здорово. Ты это прокручиваешь, ты это обдумываешь, ты пытаешься анализировать, почему так, почему у нас так, а здесь так, почему он именно так, а вот как бы ты сделал. Конечно, все это, вся жизнь ты можешь впитывать, как губка. По-другому я не знаю, как можно существовать. Мне повезло, я поработал и там и с Джей Джей Абрамсом, и там и с Тарантино, и со Спилбергом, и с Хенкелем, и со многими, ну, и с Клин Иствудом. У каждый по-своему гениален, каждый по-своему крут, каждый по-своему просто какой-то своими странностями. Вот и все. Спилберг сказал о тебе, что ты самый хороший плохой парень. Как ты относишься к тому, что тебя постоянно воспринимают в роли какого-то плохого парня? Ну, во-первых, я не думаю, что я прям самый хороший и плохой. Ну, это он так похвалил, да. А во-вторых, мне нравится. Мне нравится играть. Мне многие спрашивают: а что ты все время там плохих? Ну, мне нравится. Это мое амплуа хорошее. Мне нравится в этом... Сам-то я не такой, видишь, я в противостоянии нахожусь. Я хороший, добрый и пушистый. А здесь играть плохих, это, ну, не знаю, вот мне нравится. Насколько легко было стать своим в Голливуде? Вот у тебя вопросы каверзные, Тань. Я не знаю, что значит стать своим в Голливуде. Но ты это чувствуешь? Тебя здесь принимают как своего или нет? Здесь ко всем относятся. Если ты снимаешься в каком-то проекте большом, к тебе всегда относятся как к своему. Здесь нет такого, чтобы человек на съемочной площадке себя чувствовал каким-то отшельником, понимаешь? Но для того, чтобы почувствовать себя своим в Голливуде, здесь надо правда находиться. Вот реально, да? Многие думают, приезжают актеры, и помыкали здесь какое-то время, ну, не получилось, никуда не позвали, и он уезжает и говорит: да что это Голливуд? Понимаешь, не так, здесь нужно ходиться, стучаться, ходить на одишины, ты должен жить этой жизнью. И вот когда ты начинаешь этой жизнью жить, ты в это все всасываешься, брать актерские классы, и тогда ты почувствуешь себя своим сам. Есть в жизни моменты, о которых ты сожалеешь? Вероятно, что-то, что бы ты хотел исправить? Да, квартиру не купил в прошлом году. Нет, шучу, конечно. Купил. Значит, моменты. Которые моменты я хотел бы исправить в жизни? Или то, о чем ты жалеешь? Да я их забываю быстро. Но зачем жалеть? Какой смысл, я не пойму. Я очень позитивный человек. Что жалеть-то? Надо стремиться. Ну, что-то не сделал, надо сделать. Дальше, что жалеть? Я еще сделаю то, что я не сделал. Игорь, спасибо тебе большое за это интервью. Желаю тебе еще больше замечательных ролей. Ну и, конечно же, чтобы каждый новый день тебя только радовал.
Спасибо, Танюш, тебе за то, что пришла ко мне в гости, и телезрителям за то, что меня послушали.